изначально у мэра города появилась такая идея, что пускай это будет романтичная, красивая пара, уже после победы, символичная, романтичная. И потом уже начали разрабатывать эскизы, чтобы это уже, всю эту идею вложить в эскиз. Танцующая пара украсила дом по проспекту Славы в Белгороде. Художники дорисовывают граффити. К 9 мая проект будет завершен. За реализацию взялась Ксения Катанджанова. Для студентки это первая работа такого масштаба. И сразу в самом центре города. Девушке помогает в работе муж. Ему доверили смешивать краски. Но и это непросто, потому что на рисунок уйдет 101 литр. Проект «Танцующая пара» посвящен годовщине победы. Вот. Постараемся закончить проект 9 мая. Все, конечно, будет зависеть от погоды. Хочется выразить благодарность мэру города за возможность поучаствовать в этом проекте и за его современный взгляд на такое направление, как стрит-арт. Жители дома отнеслись к рисунку на стене с радостью и пониманием, хотя часть работ, нанесение контура, приходилось проводить ночью. Мы гордимся, это память наша. То, что сейчас хотят переписать историю, но это нельзя сделать, допустить, чтобы историю писали, чтобы молодежь помнила, чтобы это самое знали, чтобы недаром 28 миллионов полегло советского народа, чтобы мы сейчас свободно жили. То есть такие рисунки правильно делать, что ли? Да, и еще желательно побольше бы их бы наносили, чтобы была история, так помнилась бы она, история наша. Обсуждение рисунка длилось несколько месяцев. В качестве альтернативных вариантов предлагали изображения маршала Жукова, Рокоссовского, советского солдата, качающего детей на качелях. Но выбор остановили на танцующей паре. Подготовка к стене и само нанесение рисунка, оно проходит в несколько этапов. Сначала проект согласовывали с жителями, чтобы они были не против, потому что они собственниками являются. Затем согласовали с собственниками, которые окна выходят именно на фасад, что у них в течение недели будут окна заклеены, и чтобы они не включали кондиционеры, тоже нашли в этом понимание. Затем происходит заклеивание окон, грунтовка стены и нанесение контуров. Контуры наносятся только ночью, потому что это с проектора проецируется картинка, и художник делает наметки, то есть где находятся глаза, нос и какие-то детали. Потому что, рисуя наверху, он не видит общей картины, а когда уже нанесены контуры, ему понятно, где что рисовать. А вот кадры с улицы Попова, снятые с высоты птичьего полета. Здесь тоже преобразили фасад одного из домов с помощью яркого рисунка, который не напоминает о войне. Мэр Белгорода Юрий Голдун считает, что украшение зданий как раз такими мирными картинками вызывает положительные эмоции. Подобные приемы успешно используют во многих других странах. Реновация общественного пространства будет проходить постепенно и поможет придать областному центру индивидуальности. Чтобы уже по арт-объектам жителям других городов было понятно, это Белгород. В управлении архитектуры и градостроительства оценили, что нашлась инициативная группа художников, которая взялась за реализацию столь масштабных проектов. Ведь изначально хотели привлечь Новосибирскую федерацию граффити. Мастера востребованы во всем мире, и их услуги обошлись бы в круглую сумму. Местные художники, согласитесь, явно не подкачали. Как и с изображением военной медсестры на стене медицинского колледжа БелГУ. Достаточно много было предложений разместить граффити на военную тематику и батальные сцены, но мы приняли решение все-таки размещать более жизнеутверждающие, жизнерадостные сюжеты. И я считаю, это наиболее правильное решение. Все-таки нужно в первую очередь размещать радость о победе, да, а не тот негатив, который был в то время. Своеобразную эстафету у Белгорода приняли и в районах. Так рядом с городом появилась стена с хроникой Великой Победы. В селе Стрелецкое за мемориалом воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, теперь есть необычный арт-объект. Вот такая красота появилась в Стрелецком. Белгородский район, как и областной центр, к 9 мая преображается. Местные жители уже оценили творчество художника. Это очень хорошо, что это молодые художники нашей Белгородской области отразили память наших предков. Мой папа воевал с 42-го года, прошел всю войну. Дяди тоже воевали. В общем, мои родственники все воевали из мужского пола. Мама находилась в тылу. Пожилым приятно посмотреть, потому что у всех родители воевали. У меня в том числе тоже отец воевал. Практически все родственники прошли эту тяжелую войну. Поэтому это очень хорошо, когда о людях помнят, которые нас защитили, которые дали нам жизнь.
Художник Александр Головко уже создал подобное тематическое граффити в поселке Северный Белгородского района. И вот незадолго до 9 мая разрисовал стену в Стрелецком. Рисунок сделан под стилизованную кинопленку, вот, где показаны основные, ну, наши технические способности на тот момент. То есть это танковые войска, ВМФ, ЖД войска и авиация. Решили сделать именно на этой стене, потому что как раз она располагается за мемориалом воинам-односельчанам, которые ушли на войну. Больше 200 человек, и больше половины из них не вернулись. Регулярно, каждый год на 9 мая здесь проводятся митинги. И, естественно, стену видят все жители, которые сюда приходят. И решили ее облагородить, сделать тематическое граффити, которое как раз будет и к 75-й годовщине Победы, и как раз 2020 год, это год памяти и славы. Как раз все для этого. Жители областного центра и Белгородского района готовы встретить 9 мая празднично. Пусть сейчас и время не самое радостное. Приходится оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции, соблюдать самоизоляцию. Но даже находясь в квартире, мы должны почтить память тех, кто воевал за наше настоящее и будущее. И поздравить живых ветеранов, которые тогда, 75 лет назад, внесли свой самый важный рисунок в альбом мировой истории – победу в Великой Отечественной войне. Виктор Апальков, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.